Не стоит зависеть от одного канала лидогенерации. Разрабатывайте свои собственные. Мы в прошлом году запустили новый цикл мероприятий для партнеров под названием «Битрикс Лаборатория». Мероприятие фантастическое. Мы отработали много интересных приемов. Я получила массу положительных эмоций. Было не скучно, было очень интересно, вдохновляюще. Очень много интересного подчеркнули для себя как с выступления Юрия Николаева, так и с выступления Юрия Каракозова. Очень много инсайтов, которые мы бы с удовольствием начали применять у себя. Я сегодня выступал и рассказывал о том, как построить структурированные продажи, как обрабатывать большое количество лидов, не терять их, как превращать их в сделки и зарабатывать денежки на продаже и внедрение B324. Мы искали ответы в интернете, искали по видеокурсам. Юрий все разложил по полочкам, сейчас начинаем внедрять. Доклад наших конкурентов GenCloud'а показал, как можно писать регламенты, как можно систематизировать, как нужно подходить к бизнесу системно. Сейчас мы будем внедрять себе все регламенты и все подробно описывать. И будем получать высокие результаты благодаря наработке навыков, а не просто слушать. Но, думаю, будет круто дальше.